14 ноября 2019 год. Харьков поднимается на горизонт луна. Да ветер хороший-то, даже на балкон заливаю. Я по наивности приперся за окружную снимать. Там вообще шквальный ветер, какого красноватого оттенка. Полнолуние было когда? Позавчера было полнолуние. Сейчас уже бывает луна, но все равно довольно колоритная. Да. И бочка мёда никогда не бывает без ложки дёгтя. То сосед с перфоратором, то ветер. Ну ничего. Дождёмся мы и безоблачной, безветренной погоды. Юпитер с Сатурном тоже не получилось снять. Есть на горизонте небольшая облачность. Галилеевых спутников нет.